Не так много времени остается до приемной кампании в средние специальные учебные заведения. В одном из старейших техникумов Краснодарского края, Славянском сельскохозяйственном, продолжают проводить дни открытых дверей, куда приглашаются выпускники как из нашего муниципалитета, так и из других городов и районов Кубани. Как самых дорогих гостей встретили учащихся общеобразовательных школ и их родителей в актовом зале Славянского сельхозтехникума. Перед этими ребятами именно сейчас открываются новые возможности. Они готовятся сделать важный шаг – выбрать будущую профессию. Сделать это им помогут в ходе экскурсии по учебному заведению. Сегодня правильный выбор специальности и профессии – это надежное будущее завтра. Именно поэтому Славянский сельскохозяйственный техникум расширяет перечень специальностей и профессий, создает условия для получения дополнительного образования и развития творческого потенциала. На сегодняшний день в техникум ведет работу по трем направлениям. Это агромеханическое отделение, финансово-технологическое отделение и отделение техносферной безопасности. Гостям предложили посмотреть прекрасный концерт, подготовленный силами одаренных студентов. В ходе театрализованного представления студенты не только пели и зажигательно танцевали, но и подробно рассказывали о том, какие специальности можно приобрести на одном из трех отделений. Самое главное, что они постарались донести до приглашенных на день открытых дверей, это то, что каждый найдет здесь профессию по душе, получит отличные знания, а сама студенческая жизнь наверняка станет веселым и запоминающимся временем. Затем ребятам предложили своими глазами увидеть, как и в каких условиях учатся студенты. Учащиеся познакомились с агромеханическим отделением, побывав в лаборатории, оборудованной по последнему слову техники. Здесь реализуется федеральный проект «Профессионалитет» по направлению виноделия и виноградарства, участие в котором помогает готовить квалифицированных специалистов для наиболее востребованных отраслей экономики Кубани. Студенты рассказали о том, что они участвуют в интересных мероприятиях и получают хорошие знания и навыки, которые будут востребованы работодателями. В этот день школьники смогли узнать много нового и о других специальностях. Все это поможет им сделать правильный выбор будущей профессии. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».